L7 – первый светодиодный прибор с характеристиками линзы Френнеля. Выполненный из алюминиевого сплава корпус прибора, легковесный и полностью вентилируется перекрестной системой охлаждения. Быстрый доступ ко внутренним деталям упрощает их обслуживание или замену. Встроенная панель управления позволяет регулировать световую температуру одним движением от 5 до 6500 градусов по Кельвину, плюс-минус грин, и создавать пресеты. Ручка регулировки фокуса точно управляет световым лучом. Утонченная лира плавно и эффективно обеспечит движение по горизонтали, наклоны и фиксацию прибора, а ее подвижный крепеж быстро и легко регулирует центр тяжести всей конструкции. Управление функциями прибора доступно как с пульта, так и удаленно с помощью опции DMX.